Да. Извини. Нет, вот это сцепление. Слушай, да знаю я, где сцепление. Я не поняла, тебя учить или нет? Да, но про сцепление я знаю. Ну ладно, хорошо. Тогда давай сама пробуй. Ладно. Эй, эй, эй! Слышь, здесь не паркуются! Да я приехал за своей... Это частная территория! Давай, короче, дуй отсюда! Ну? Ладно. Быстрей! Ага! Ну, вообще-то, знаешь что? Я, пожалуй, здесь подожду. Честно, постараюсь не мешать тебе работать пугалом. Это офицер Мур. Пришлите ребят к воротам. Слышь, придурок, это запретная зона. Сказал же, вали отсюда. А, короче. Эй, ты, а ну стоять! Я сказал, уезжай. Я пытаюсь донести. Я приехал за... Читать не умеешь? Вот, блин, ты смотри, а я имею заметил. Право применить оружие. Да? Ну, спасибо, что предупредил. Ты мудрый! Эй, эй, что происходит? А, простите, мисс Уитакер, вы знаете этого козла? Да, он со мной, он... Он со мной. Простите, мэм, я не знал. Все в порядке, честно, я извиняюсь. И, кстати, Джим. Дикон. Это не я с ней, это она со мной. Не свались. Почему ты все время так делаешь? Как? Ведешь себя как козел. Слушай, он первый начал. Тебе что, 5 лет? Аккуратней переключай. Надо давать достаточно топлива. Повышай обороты. Я поняла. Да, я слышу. Куда мы едем? В плотине. Приятная, спокойная дорога, да? Ну, никогда ты за рулем. На сегодня все в силе? Ты говорил, можешь быть занят. А, черт, да! Бухарь с парнями хотят сгонять в окружную тюрьму. Навестить Джека. То есть ты меня продинамишь, чтобы повидать какого-то уголовника? Он не какой-то уголовник. Я знаю, знаю. Я пошутила. Боже, чуть не разбились. Господи, ну почему каждый раз, как я сяду на твой байк, нас норовит сбить какой-нибудь урод на фуре? Охренеть. Не-не-не, спокойно, ты молодец, молодец. Другой бы на твоем месте запаниковал, ушел бы в занос и угробил. Вот я чуть и не угробила, я... Да не, я просто задумалась, отвлеклась и... Все нормально, успокойся, отдышись. А я не понял, о чем ты задумалась-то? Да так... Просто всякое на работе, ерунда, все. Работа. Я просто думал, может, увидела мою новую нашивку.
Новую? Ты что, намат? Стой, ты ушел из клуба? Я не ушел из клуба, я в жизни не уйду. Намат означает, ну, что я буду меньше участвовать в их делах. Я ведь тебя об этом не просила. Я знаю, знаю. Если бы и попросила, я бы сказал нет. Что, ехать-то готова? Да. В смысле нет, но куда деваться-то? Так. Спасибо, что спасла мне жизнь. Ну, это всегда пожалуйста. Эй, а сцепление? Знаю я про сцепление. Ну, ладно, а еще? Дикон. Как думаешь, твои родители приедут? На свадьбу? Не знаю. Просто я думал, если я выйду из клуба... Мне кажется, им будет все равно, Дикон. Ну, ты им хоть скажешь? Ну, если хочешь. Но я не собираюсь меняться сама или менять тебя, только чтобы порадовать моих снобов родителей. Ладно. Осторожно! Да, вижу. Они не к вашей лаборатории поехали? Черт. А твои из клуба? Кто-нибудь из них приедет или они на тебя в обиде? Не знаю. Я думаю, никто из них уже давно не бывал в церкви. Тем более, ты же не хочешь, чтобы перед часовней выстроилось 27 Харлеев? Да? Знаешь, по правде говоря, хочу. Ну ладно. Что там такое? Не знаю. Мисс Уитакер? Да? Вас искал шеф, что-то срочное. Вечно срочное. Да, я уже иду. Понял. Надо бежать. Эй, стой. Прости. Ничего, наверное, просто пожарная тревога сработала. Я понял. Ну, не пуха. Ну, давай. А потом созвонимся. Эдди, ну извини. Забей. Эдди. Забей, Рики. Извини. Ну, зашибись. Допуск. Допуск. А? О'Брайен, это Дикон, ответь. О'Брайен, это... Да возьми ты уже рацию, падла! Сэм-Джон, не ожидал тебя услышать. Да я сам в шоке. Слушай, короче, когда вы все валили, ты сказал, вы не берете гражданских. Только персонал Неро, федералов, людей с допуском. Так, нет, заткнись и слушай меня. Сара, моя жена, у нее был допуск. На ней был бейдж с именем, когда я посадил ее в вертолет. Так, нет, давай ты просто посмотришь. Сара Ирен Уитакер работала в Кловердейле. У нее был федеральный допуск. Она вела исследования какие-то фармацевтические. Да хер знает, что она делала. Понял, я поищу. Поищи, да, О'Брайен. Не забудь, ты мне должен. Работала в обществе защиты животных. У нас был...
маленький офис и вольер для собак за пределами Систерс. Собак было около сотни, в основном уличные. У кого были хозяева, тех иногда навещали. Сент-Джон, это Убрайан. Убрайан, что у тебя? Нам надо встретиться. Господи, Убрайан, ты можешь просто мне сказать, что нашел? Она жива или нет? Я хочу кое-что тебе передать. Убрайан. Координаты я тебе скину. Встретимся там. Конец связи. О'Брайен! Вот сволочь. Дик, тебя ищет Майк, он сказал. Бухарь, слушай, скажи ему, я скоро буду, мне нужно... Помнишь, я тебе рассказывал, когда Сара погибла, а Неру драпали? В общем, они взяли с собой только своих федералов и тех, у кого был федеральный допуск. Дик, ты это вообще сейчас к чему? Короче, может, я зря трачу время, но надо кое-что выяснить. Конец связи. Мне нужна помощь! Борис, я клянусь. Пристрелят и имени не спросят. Дик, ты меня слышишь? Да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать... Тихо! Все хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Где? Я пойду! Иди к Лост Лейк. Спроси Рикки Патил. Она тебя впустит. Большое спасибо. Я уж думал, тут и умру. Скажи им Дикон. Дикон Сент-Джон. Ладно, беги. Только аккуратно. Пригодится. Дик, ты меня слышишь? Да, Бухарь. Что такое? Я просто хотел сказать спасибо за пса. Да ерунда, брат. Он сам за мной пошел. От него было не отвязаться. Что мне было делать? Эй, слезь с меня. Давай, ну-ка. Сам за тобой пошел. Ну, слушай, я назвал его Джеком. Да, Джек бы одобрил. Нет, Джек бы взбесился, потому я так и назвал. Ладно, тише, парень. Все, хватит. Ладно, Дик, я пойду. Конец связи. Обращайся. Ой, что там за информация, Брайан? Что ты можешь мне сказать такого, чтобы стоило выслушать? Заскочи в лагерь. Надо поговорить. Привет, Рикки. Да, хорошо. Нет! Потери! Привет, Рикки. Да, хорошо, заеду. Конец связи. Снайпер засел на дороге. О, черт. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Знаете что? Пока все это не произошло, мы были глухими и тупыми. Жевали все подряд. Лишь бы быть спокойными, как жирные, счастливые коровы. Еда, деньги, выпивка, героин. И это работало. Но теперь мы ощутили всю боль сполна. До капли.
Мы смотрим на мир широко открытыми глазами. Теперь вы видите, что с самого начала я был прав. Теперь нас никто не проведет. Именно мы теперь стоим у руля и справляемся в 100 раз лучше федералов. Вдохните. Вы свободные люди. И никто больше не лишит вас этой свободы. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Да, Коуп, я ощущаю эту боль. А кто не ощущает? Ну, Джессик Карлос Уильямсон. Так тебе, скотина, больше не будешь стрелять по номадам. Еще один трофей. Это я заберу. Он тут уже бывал. Веришь ли, я был копом. Не думал, что ты так зачастишь сюда. Казалось, коп говорит, ты много помогаешь в лагере. Она тут ценит, хоть и молчит. Надо чего? Водище, топливо хрен найдешь. Лады. Люди свихнулись. Стреляли. За работу. Оказался им псих. Не понимаю, что они сами. Я застрелил одну женщину. А? Тебе что-то видел. Нужно? Хочешь что-то предъявить? Она убила человека. Хотела забрать его продукты. Дети, Дик, слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коуп. Я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Прямо здесь, в каскадах. Упокоители здесь? Дело. Где? Я знал, что ты заинтересуешься. Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Кстати, а чего Бухаря-то не видать? Где Коуп? У Separation Meadow. Первый их флэг засекла. Ты ведь ее знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся. Жри, что я ими займусь. Привет. Как дела? Эй! Что-то тебя давно не было видно. Я уж подумала, что вы умотали на север. Пока. Пока, Джези. Thank you.
Ты не спишь? Бухарь. Не сплю, но я сейчас туго соображаю. В общем, я поехал к Separation Meadow. Коуп сказал, тут лагерь упокоителей. Что, так далеко на севере? Упокоители. Конец связи. Что-то сгодится. Ага, лом. Знаю, что у тебя мозги спеклись, и мы с Бухарем приложили к этому руку. Что было, того не изменишь. Байк, как у потерянных. Упокоители, вот. Потерянные. Сраные упокоители. Обходи его! Ты гребаный упокоитель! Вот тебе твой путь! Свободные! Свободные! Свобода! Освобождение! Господи! Покорись! Покорись! Диня! Пипец! Что вы тут делаете, а? Меня ищете? Ну вот он я. Кучка психопатов. Что вы тут... Пусть увидит! Хочешь покоя, да? Все будет! Сраный упокоитель! Видели моего брата, вы в курсе? Теперь я обижу вас!
люди! Ты потерянный! Потерянный! Покажем ему! Коуп, все готово. Местные упокоители больше никому не помешают. О, Сент-Джон, это хорошая новость. Я тут как-то говорил с Мэнни, с другими. Знаю, ты много сделал для лагеря. Я просто хотел сказать спасибо. Конец связи. Отлично. Нашел. Прости, брат. Надо было ехать с тобой. Да, ничего. Отбой. Сент-Джон, это Марк Коупленд. Прием. У меня к тебе дело. Понял, Коупленд. Ладно, заеду как смогу. Конец связи.
Какого хрена? Я нашел тех, кому могу доверять. Тех, кого это все не устраивает, как и меня. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав насчет жены. Где ты это взял? Когда шла эвакуация, уровень только допуска сотрудников Нера, федералов. Так вот, у Сары Рен Уитакер был 4-й уровень допуска. Уровень допуска. Она улетела на базу разведки. Возле Форт Рок. Отведи меня. Нет. Нет? Я же тебя подбросил. Мы вроде друганы. Базы нет. Что? Год назад. Местное ополчение. Ополчение? Ну и где их лагерь? Мы не знаем. Как вы можете не знать? У вас же вертолеты, спутники. Где-то рядом с Крейтер Лейк. Но туда нельзя лететь, ясно? Там блокпосты, ракеты, гранатометы. Крейтер Лейк. Крейтер Лейк. Знаешь, чем мы здесь занимаемся? Мы изучаем эволюцию зараженных. Она идет вовсю. Сейчас мы в аду. А дальше будет хуже. Намного хуже. Бухарь, ответь! Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком... Мы хотели поехать на юг, но перевал с Антием был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик, Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня. Ты помнишь, что он сказал? Майк-то? Да, он. Он хвастался, что знает тут все кочи тропы на сотни миль, сказал. Есть дорога, которая идет вокруг горы. Тилсон, да. Точно, перевал Тилсон. Да, только нахрена тебе устал. Черт. Ты не поговорил. Она жива. Сара жива. Дик. Слушай меня. А у Брайан? Короче, он нашел ее удостоверение. Да, бухой. Я думаю, она жива. Дик, ты не терял надежды. Ты всегда знал. Не сдавайся. И что ты будешь делать? Не знаю, Бухарь. Не знаю, но... Господи, если есть шанс, что она жива, я... Я должен ее найти. Ты обязан. Черт, мне пора. Рики, Эдди, нужно помочь. Полку им там повесить или еще что-то такое. Слушай, поговорим, как вернешься. Конец связи. Ладно, да. До скорого. Дикон, ты где? Рики, мне тут надо кое-что сделать. А ты потом вернешься? Чего? Ты это... В каком смысле? Бухарь рассказал. Бухарь рассказал. Тут не о чем рассказывать. Через перевал с Антилом не проехать. Короче, я вернусь. Я говорю, мне просто надо кое-что сделать. Конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. И я тут узнал, что некоторые из вас сотрудничают с Неро. С Неро, которые у нас на глазах уничтожили группу выживших. Которые бросили нас погибать во всем этом дерьме. Кто-то назовет этих людей дураками. Но у меня есть другое слово. Предатели. И поверьте, к предательству я отношусь серьезно. Но я человек разумный, поэтому на первый раз просто предупрежу. Хватит.
Прекратите! Прямо сейчас! Пока мы вас не нашли, а мы найдем. И тогда вы поплатитесь. Я лично повешу вас на самом высоком дереве, какое найду. А когда вы будете на последнем издыхании, мы четвертуем вас и скормим вашим любимым фрикам. Это я вам обещаю. Ладно, с вами Марк Куплин. Посмотрим, что старик мне скажет. Не верьте лжи. Да, ну, Коуп, меня это тоже бесит. Ты знаешь путь через перевал Тилсон. Ты как-то сказал мне, что... Ничего я не говорил. Иди, да я ладно. Не могу тебе помочь. Просто нарисуй мне карту. После того, что ты сделал... Что сделал я? Да ты на себя посмотри, старик. А? Кэм Шерман? Уходи, и что ты там? Оставь нет, ты меня давай в покое! Слушай. А что если ты мог бы вернуться назад и все исправить? Я тогда посадил Сару на вертолет с облегчением. Как тебе такое, а? С облегчением. И вот с этим мне пришлось жить. А теперь ты гоняешься за призраками. Думаешь, найдешь жену? Это если ты найдешь. И все наладится, да? Станет прежним? Не знаю, попытаться надо. Ладно. Если я... Это сделаю, покажу тебе путь через перевал. Не возвращайся. Понял, обещай мне, что не вернешься. Как скажешь. Черт, надо поговорить с Бухарем. Фервел Ридж. И видели фриков. Тысячи, тысячи фриков не сосчитаешь. Да, я помню. А я все думал, что те, которые остались, все мы теперь бездомные. Кучка жалких беженцев. Да, мир теперь их. Мы выживем. Это мы наловчились. Выживать. Не жить. Как говаривал наш Джек, неважно точно знать, куда ты держишь путь, но очень важно знать, куда вернешься. Мы как-то никогда не говорили, почему все еще носим цвета, хотя такие вещи в этом дивном дерьмовом мире уже ничего не значат. Да, привычка. Последние два пса на земле, парни из Фервел. Ну да, байкеры – самые крутые бродяги на разбитой дороге. Именно. Это уже почти как настоящий бренд. Да. Мы много кем были, но брендом никогда. Когда уезжали из Фервела, без Сары, без Джека, одни, я знал, что мы оставляем все в прошлом. И теперь у нас ничего не осталось.
кроме этого. Опять подашься в намады? Да, похоже на то. Ну-ка, Джек, иди-ка сюда. Если она жива, ты ее найдешь. Да, Майк, готов. Встречаемся у ворот. Не заставляй меня ждать. Да, конечно. Как скажешь. Привет. Майк поведет тебя через перевал? Ага. Сделаю этого. Тогда я стану таким же, как... Как мы. Да? Как Железный Майк, как Бухарь. Лагерные так нас зовут, да? Иди и отыщи свою женщину. Ладно, я пойду. Слушай, знаешь, что я думаю, Дикон? Я думаю, тебе здесь просто страшно. Ты боишься быть частью чего-то. Ты нам нужен, и тебя это пугает. Прям до усрачки. Мне жаль. Да, и мне. Готов? Да. Не терпится отсюда убраться. Давай. Нам сюда. Ладно, показывай дорогу. Джеком разок рыбачили. Ну, тогда еще. Да? Он поймал одну и не знал, что с ней делать. Да, Джек такой. Он вас держал в узде. Вы, конечно, много чего натворить успели. Но вроде обошлось без убийств. Преднамеренных. Мы никогда не стреляли первыми. Знаешь, сколько сюда съезжалось туристов каждое лето? Немало. Тысячи. Не сосчитать. На шоссе стояли впритык внедорожники и автофургоны, а в них сидели мамаши с обгорелыми носами, папаши с пивным пузом и их сопливые дети. Радуга из панам, шлепанцев и гавайских рубашек. Ползли по этой дороге все лето, как из Лос-Анджелеса, из Фарвелла, отовсюду, без остановки. Хорошо, что я сюда не ездил в это время года.
нет выбора, Майк. Ага. Понятно. Иди за мной. Да, ладно. Все, дальше я не поеду. Держись этой тропы. По ней ты спустишься прямо в долину Diamond Lake. Ну, удачи. Надеюсь, ты не ошибся, и твоя жена жива. Жива? Ну, может быть. Только спроси себя, что хорошего, если все остальные мертвы?